Тяжело что-то комментировать. К сожалению, у нас из игры в игру слово «точность» не наш конек этого сезона. И, к сожалению, можно научить игроков правильно располагаться, открываться, останавливать мяч и вести, отдавать точную передачу. Очень тяжело в любом возрасте, уже в таком возрасте научить. И, ну, Воронеж молодцы, забили, используют свои моменты. У нас, к сожалению, вот эта реализация нас на дно таблицы тянет. Какие-то задачи на сезон поставлены перед командой? Стоит задача развиваться, развивать игроков, и конкретных нет.